Украина отказалась от ВДВ. Верховная Рада приняла законопроект о переименовании высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины ВСУ в десантно-штурмовые войска ВСУ. Об этом сообщает Интерфакс. За законопроект 7330 о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны, представленный в Раду президентом страны Петром Порошенко, проголосовали 236 депутатов. Парламентарии также внесли соответствующие изменения в законы об обороне Украины, о вооруженных силах Украины и о правовом режиме военного положения. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что переименование рода войск ВСУ обусловлено оккупацией вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, что повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ, высокомобильные десантные войска, одновременно с ВДВ, воздушно-десантные войска, страны-агрессора. Название десантно-штурмовые войска точнее отображает специфику, суть, принципы боевого применения подразделений, что соответствует стандартам государств-членов НАТО, отметил первый заместитель министра обороны страны Иван Руснак, который представлял законопроект в Раде. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.